С руководителями органов местного самоуправления встретился лично. Глава администрации курортного района провел рабочее совещание с главами муниципальных образований и местных администраций. Основная цель мероприятия – знакомство с лидерами муниципалитетов, представляющих интересы населения в органах государственной власти. В ходе рабочей встречи глава районной администрации сообщил информацию о характере своей работы в предыдущем ведомстве. Ну, основное направление в комитете по делам записи актов гражданского состояния – это вопросы цифровизации. И была проделана масштабная работа, связанная с оцифровкой записи актов гражданского состояния в электронной версии 1926 года по настоящее время. То есть масштабная работа, и в том числе и по курортному району, учитывая много поселковых административно-территориальных делений, эта работа тоже была выполнена. Разговор о плодотворном взаимодействии районной администрации с депутатами муниципалитетов Александр Забайкин начал с приятных моментов, вручив цветы и подарки главам муниципальных образований Молодежного и Солнечного. Поводы нашли соответствующие. Илья Александрович, поздравляю вас с днем рождения, с этой замечательной датой. Спасибо. Небольшой. Идем. Спасибо. Так, рад, да? Спасибо. Хотел бы поздравить молодого отца, главу муниципального образование Сафронова Михаила Юрьевича с рождением сына. Поздравляем и маме, и сыну здоровья, а отцу силы и терпения. Спасибо большое. На встрече глава администрации подчеркнул уникальность курортного района Петербурга. В его состав входит 11 муниципальных образований. Это максимальное количество по сравнению с другими административными единицами северной столицы. Сегодня на встрече присутствовали не все главы муниципалитетов. Три муниципальных образования сейчас находятся на карантине. Однако это временное явление не изменило повестку собрания. Хочу сразу подчеркнуть, что я очень высоко оцениваю личный вклад каждого из вас в жизни развития района. И за каждым из вас стоят жители района, за каждым из вас стоят наши избиратели. После своего назначения на пост главы администрации курортного района я внимательно отнесся к тому, что вообще в районе происходит, и познакомился с районом, и есть разные мнения, и услышал, что муниципальная составляющая в районе играет большую роль. Ваша совместная работа муниципальных образований с администрацией района, она важна. И те проблемы, которые есть в районе, мы совместно будем решать и делать жизнь наших жителей, скажем, комфортнее.